О планах издать фетву о запрете никаба заявил верховный муфтий Дагестана Ахмат Абдуллаев на встрече главы региона Сергея Меликова с общественниками. Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос. «Я решил на этот вопрос ответить», – сказал муфтий Дагестана. Он подчеркнул, что фетва будет издана в ближайшие дни. «Если мужчина хочет, чтобы на его жену люди не смотрели, пускай дома держит», – добавил Ахмат Абдуллаев. Напомним, что 29 июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал срочно запретить ношение никаба в России, рассуждая о недавних терактах в Дагестане и в СИЗО в Ростове-на-Дону. За слова о том, что за нападениями стоят террористы-исламисты, Бастрыкина раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. 30 июня, на следующий день после высказываний Бастрыкина о никабах, Сергей Меликов заявил, что после терактов в Махачкале и Дербенте жители Дагестана столкнулись с травлей. «Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах», – пожаловался Меликов.